Как Роналду. Сам Роналду. Утренняя тренировка сегодня одна? Одна утром, одна вечером. Уже закончилась, Саня, а ты уже проспал, сейчас уже вторую идем. Как, выспался? Конечно же. Глазбом идет, узнать, сколько там дает вообще. Вчера этого больше квадратик. Кого-то там в углу. А, это да. Пробежал. Вчера, я думал, вы сказали, ну легенько, ребят, побьем там, это как. Я говорю, я хочу поучаствовать. И в итоге я порвал свои бутсы, единственное. Главное, что тебе понравилось, Саня. Когда же мы уже в зоопарк дойдем? Очень хочу посмотреть на зверей. Ну все пытаемся, что-то мимо проходим все время. Ну орут как сволочи. Петух там какой-то, еще что-то там вообще непонятно. Этот, в Австралии как их там? Кенгуру? Какой кенгуру, Саня? В Австралии. Ну эти, птицы большие самые. Страусы? Да, я уже... Страусы уже начали там возмущаться. Потому что петух орёт вообще, потерпевший. Идем на утреннюю тренировку. А на какой характер будет носить утреннюю тренировку? Силовой. Силовой характер? Да. Дмитрий Викторович хочет... Раньше я был добрый полицейский. Полицейский, да, добрый, да, злой. Да, я, Викторович, добрый полицейский, а я злой полицейский. Вот. Сейчас я ему говорю, да, дай пацанам отдохнуть хотя бы чуть-чуть. Ну, видишь? Вчера разговаривали о футболе, о Лобановском, и пришли к выводу, что Лобановский ставил эксперименты на своих футболистах. Пожалуйста. Ты к чему ведешь? Пожалуйста. Нет, ну этот, просто этот. Раньше я жалел ребят, наоборот, Виктор жалел ребят, да? Вот, сейчас ситуация получается. Все, приплыли. Так, давайте, побежали два круга. Пошли. Спокойно, работаем. Пошли, дорожка. Одним боком, другим. Никого ничего не тянет. Ловишь? Не, Олег, я серьезно спрашиваю. Я же не просто так, чтобы у тебя тренировки убрать. Пациолиты выпечки. Ловишь, передняя как? Гази говорят, яйца вниз тянут. Никого? Гази, сперматоксикоз. Сейчас поедем в Анталию. Боится, что Виктор увидит. А, крапушка! Вот это! Отжимаем, пошел! Кто проиграл? Опа! Бежим, трустой! Ребятки, бегу! Тормоз! Направление поменял! А почему ты отжимался, краб? Четыре. Что, глухие, что ли? Корж, блядь! Верю вам! Все, краб, блядь, что с тобой? Краб, да ладно! Прыжочек, что, опять? Прыжочек! Не бразер! Давайте квадратики! Три квадратики здесь! Дим, сейчас удары будут. И у кого самый сильный удар в Тудроц? Я думаю, далеко не секрет. Прош. Прош? Прошлый плюет нормально. Человек бьет и не видит, куда бьет. Не прочитать, не угадать, не понять вообще. Просто на реакцию стой, отбивай. И то есть повезет. Там, иногда, по-моему, пуля пролетает так, что даже не видно мяча. А самый точный удар в Тудроц? Слоник не, у него не сильный удар. Самый точный удар? Коварный? Скоропуп. Скоропуп коварно, да, бьет? Самый-то у него сильно и точно. А самый слабый удар? Солян. Солян, блядь, до ворот не добивает. Приходит специально мяч идти, чтобы хоть как-то вообразить, чтобы он поверил в себя, что якобы хорошо бьет. С кротами там прилетает. Как состояние? Плохое состояние.
Не, брат, сейчас индивидуально поработай, свой резанный удар отточи. Пока неизвестно? Сейчас. Сейчас все, конечно, все. Чтобы готовить, слава богу, потому что вы просто спросили, как это, я думал, все, хана. Хана по кругу еще. Я думал, что не-не-не, вечером ладно восстановиться. Сейчас я думаю, что все, бегать. Не очень. Опять? Вечером будет работа скоро. Да? Я думаю, через игры. Я там подрался. Один есть. На, Дим. Не, мы на вкус тоже на это. На, бля, по центру. Хочешь голосом? Как это? Кавасаки. Николасай. Ай-яй-яй, резанный. Рональдиньо, брат, 2006 Барселона. Это он разбег это делал. Сантьяго Муньес. Аксон, Аксон. Аксонио. Рональдиньо. Аксонио. Илья Скоропупов, первый удар. Ай-яй-яй. Коварнейший удар. Сука, они не верят, братан, я им доказываю из тренировки в тренировку, блядь. Да это же для меня это вот, он сейф дали, ему надо ближний обман. Да, Фрол, ты все говоришь, ни одного гола не забил, блядь, сколько я снимаю. Ой-ой-ой, вот сейчас хорошо было. Сила в ногах появилась. Зачем ты ему плечи не попал? А, Николай? Семечек. Вот он, Гуд Йонсен. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Та-та-та-та! Когда понял? Здесь мяч пиздит. Ты знаешь, вечером кого-то убьешь. Три! Классический наклбол. Логи, давай, блядь, Мишу, пацаны, на камеру вкидывайте, бейте. Вот и все, Логи, заткнись, МТ. Разберемся, как же Мишу. Набей перед Лёхой, перед губой. Перед губой. Я пошел. Это мой, брат. Я уж... Трап, отойди. Хорош, Сычи, хорош. Сычи, вот так, Сычи, Сычи. А где твой мяч? Она мой не реагирует. А это что? Дайте спрашивать. Бей, хорошо, Дима. Слон бьет, Дима. Дима, Димитрий. Димитриус Джонсон. Димка, что там? Димуля! Димуси! Отскочи, отскочи. Ты какой лезет? Блять, залупа. Это новый мерчат будет. Я Димка одно. Саранча, блядь. А ты как бьешь? По какому мячу? Они же друг за другом стоят. Типа ты в тот не попадешь, хочешь сказать? Ну-ка, бля, посмотрим, не верю. Смотри, сейчас два мяча залетят. Тихо. Да, бля, по мячу. Бля, штанга была! Он уже там, он уже лежит там. А, да, ну, Николай, там штанга была бы. Ай-яй-яй. Оледжи! Обманул. Кто бьет, не вижу. Спина бьет. Тоже рогатки свои. Неплохо. Аккуратней, шибер! Готовы? Сколько? Еще один. Сыч, встань на ворота еще раз. Один еще. Да давай один еще, Сыч, встань. Один еще. Кувырки, скажи, давай, давай. Заманили в ловушку заманили. Сколько? Три? Давай, три.
Он ничего не подозревает. Если вы выиграете, 10 кубов. Давай. Нет, вы каждый. Давай. Давай. Три ничья, да? Мы выиграли. Сыч, три ничья или что? Три мы выиграли. Три ничья? Давай, Виктор, свисти. Свисти просто. Сыч, давай, начинаем, как скажем. Давай. Заново говорит. Как же Забайчин, спасибо, блядь. Как же легко. Реально, а кто мимо дал? Понял? Мяч все увидел. Бля, я кажется, ты мимо дал, блядь. Франкенштейн, блядь. Выиграл так, понял? Дима, давай их сбивать буду по свистку. Такое, по свистку. Эй, вот так пробей. Бля, улитка, блядь. Печка, я тебя, ты меня? Да. Чего? Бля, с подъема, да, мужского надо. Ты не знаешь, бля, не, у меня сейчас будет конец. Да. Не, бля, хороший. Захотел с подъемчик. Кого сейчас? Стой. Нет. Это что? Ой! Хорош, Сыч, браво! Еще плюс-минус 10. На, Сыч. Да. Хорош, Сыч. А он не снимал. Ой, мам, ты рано? Да нет. А вот Саби, Саби. Без обид, ребят, Сыч, сори. Подожди. Лога бьет. Красный чей. Давай я поставлю. Красный, Сыч. Слон белый. Мой белый. Ипелем, бля. Бля, давайте хоть для два все забьем, блядь. Красный за два! Я Дим хочу! Поменьше тортиков, Димочка! Официально боссом! Вообще. Голова закружилась. Да нет, Олег такие по коробку. Вот тебе нахуй. Сейчас станцем. Вишка! Пошел! Иди, сын! Пока, Дима! Вот ты бы хоть раз похвалил, сказал, пол хороший. Браво, Дима! Пиздец, что ты делаешь, блядь? Браво, ты еще будешь спать. Не, Макс тоже болел. Ты в бинке. Ну, брат, что ты меня толкаешь все время? Бильярдная. Чистый стен. Кролл. Завидую тебе молча, бля. Ты еще с ноу-луком ударил? Ноу-лук вот так. На. Куза 4 по центру, вообще, без управления, блядь. Стабильно. Все точно. А
Андрюк, вы уродский. Нет. Понимаете? Да. Ну давай. Так, три раза пролил, пока одно видео только выставит. Давай. Он напишет один удар, один гол. Ай-яй-яй. И пошли. Это пизда была. Тало, зайдешь чуть в бал? Я пойду первый год. И как мячей нет? А куда еще отойти? Вот, пас отдает, его не надо, блядь, там у тебя мощь. Не слушай, не слушай его, не слушай. Шикуй на брафик, я тоже встану. Сыч, дай перчик. Минус гол. Андрюша, дай, пожалуйста, родной. Спасибо. Мужик, отойди, пожалуйста. Давай. Стой, у нас тут как он работает. Всем похуй. Олег, твой номер в угол, блядь. Подождите, Спиря бьет, отойдите. Уф. Макс, браво, Макс! Макс, браво! Макс уже скрутился, да? Да, там бля, не то, что сыч, блядь. Браво, Макс, ты хорош! Ой-ой-ой! Сидел под землей. Надо было себя так же сделать. Начо, начо! Так, еще один клиент. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это ёпт удар, ёпт. Ёпт. А чё, мы в той 3 не забили? Забили, везде 3 забили. А, этот дядя Джей. Что вы там базарите, блядь? Блядь, сейчас порники в канал. Правильно. 3 из 4 дали, блядь. Фирменная, они не ждут её. Роман, салфорган. Бля, ебаный, блядь. О, бля, такая, сука! Конечно, бля! Давай, сколько, 3 или 2? С ногата вышло? Да, да. Прям всем, да. Не надо сильный. Как Васильев учил. Видел? Прош, видел? Не надо сильного, его надо точно. Там просто не успеют. Уй! Короче, его. Я ему сказал, что я сам загрел. Спинки вот так похлопали. Молодец. Тихо-тихо так, бля, сейчас. Покатит, что ли? И. Наконец! Так же хочу. Плохо покатил, да. Извини, в игре так же, извини. Чисто удар без сахара. Ты хуик. Music хайк. Вечернюю тренировку отменили, и вот это именно те ребята, которые решили доработать, поработать над собой. Вот вы их видите перед собой. Но неизвестно, на чем они пришли поработать. Слон, доктор Дрипс, Вага, Фрол и Илья Скоропупов. И Макс Иванов сейчас только что убежал. Че, ребят, над такими компонентами игры вы будете сейчас дорабатывать? Компонентами? Да. Дриблинг. Слон сейчас будет с 5 точек. Да? Чтобы пробить 5 точек. Видишь, у него стоят 5 манекенчиков.
он будет играть под свою корону левую, я думаю, будет просто класть. Ты что пришел? Я? Не знаю, тоже хотел побить. Булит хочу отрабатывать. Булит, пенальти. Все, Вага. Посмотрим, как он тренит. Ты чем займешься? Я таким навыком хочу научиться. Видишь, латекс не смылся, держится мяч. И вынос. Блять. Максим, а вы? Что я? Над чем пришли поработать? Сфоткать. А, ну, смотри-ка. Он покушал только что. Я пришел сфоткать, просто сейчас пойду. Я просто сфоткал, типа, для подписчиков, что я тренируюсь сейчас. Пойду потом. Да главное, честно. 100%. Слон, ты расставил для себя 5 манекенов и будешь бить с 5 позиций, правильно? Ну да, 5 основных точек, с которых крайние забивают, ну бьют, наверное. Братья ругаются уже что-то, только начали тренироваться, уже ругаются. Че ругаетесь-то? Пиздец, говорит, я не стою. Ну так стой, бля, ко мне какие вопросы, что ты не стоишь? Молодец, бля. А сколько у тебя голов, задрот? 16, по-моему. 16? Бля, у меня даже больше. Ну это из чего он же считает? Есть. Я же говорю больше. Ой. Сейчас пойдет правая нога. Тут чисто, ну как, воровать тоже забивают периодически. Раз в год примерно. Отвага с прямого бьет просто. Между ушей, как учили. Тренер учит. Видишь, правая, бля. Она, конечно, для ходьбы, но на отмышь бьет нормально. Мне один тренер одну, который вещь сказал, если ты выходишь, вот я ее попробовал, она работает, ну работает в ЛФЛ, не знаю, как она. Короче, когда с ближней стороны выходит еще под правую ногу, нужно бить низом под опорную, под левую, понял, в ближний угол, то есть он ждет удар в дальний. Не, ну да, это, ну это братан, как это? Левый-то это еще может и направить. Да, да, да. Не своей ногой, лично я, то есть я бью просто сильно верхом, сильно низом, знаешь, оно там как пойдет. Важно. Важно. Просто пробить. Постараться точно. Блин. Хорош, хорош. Есть маленький коридор, знаешь, между вратарем и штангой, в который, если попадаешь, там без шансов. Да ёпта. Отсюда последний. Братик, сейчас вот с поля пришел. Ждать мы ничего не будем, брат, потому что мы показываем настоящих людей и настоящую жизнь. Сейчас с поля пришел, тренировку вечернюю отменили, там ребята есть. А ты? Тебя там нет. И на поле футбольном. И вопрос. Боатенг в каком-то интервью сказал, что Месси никогда не ходил в тренажерный зал. Там ходил, я только что про это сказал. Да? То есть ты все-таки... Кому-то это надо, кому-то не надо. Кому-то уже не поможет, кому-то поможет. Ты чувствуешь, что сейчас чуть надо отдохнуть, да, организму? Да, иногда отдых это лучше, чем дополнительные тренировки. Но иногда наоборот. Надо чувствовать свой организм, знать себя. Сейчас идем на ужин. Сейчас 8-й день сборов заканчивается. И вот мы вчера разговаривали, и вот сейчас на камеру. То есть есть такая идея, чтобы вы на футбольном поле показывали некоторые элементы и давали советы молодым футболистам. Вот, например, мы говорили про пенальти.
То есть есть версия, что пенальти — это лотерея. Согласны вы с ней? Нет. Не лотерея, это психология, в первую очередь. Кто более уравновешен, тот и побеждает в дуэли. Есть футболисты, которые бьют по вратарю, а есть футболисты, которые выбирают угол и бьют. Ну, это я не знаю, это вот в мое время так было. Просто другого варианта нет. Ты бьешь сильно в угол, или ты до конца смотришь на вратаря. Ну, тут уже психология, игра разуму вратаря и бьющего пенальти. Поэтому сейчас не разрешили выходить вратарям. Одна нога должна быть на линии. Угу. Потому что это дает вратарю преимущество. Он, когда выходит, он сокращает угол. И мы видели в последнее время, что очень много пенальти парируется. И вот мы говорили, одно дело бить пенальти там где-то в товарищеской игре, другое дело перед переполненными трибунами. Не, ну я еще раз. Психология, уверенность в себе. Потому что когда на тебя давит вот эта вот ответственность за пробитие, и тебе надо во что бы то ни стало, потому что есть разные варианты. 3-0 ты ведешь, 0-0 счет, горишь 1-0, это все разное. Поэтому при каком счете ты бьешь пенальти, тоже имеет значение. Ну, то есть вы порекомендуете молодым игрокам просто ставить мяч, выбрать угол заранее для себя? Да, потому что если ты бьешь сильно в угол, то то, что вратарь его парирует, там 10-15% все. Ну, надо точно бить там полметра от штанги, то это вообще бесполезно. Вы пенальтистом команды были, да, всегда, когда играли? Да. А отрабатывали вы пенальти по стронг? Ну, били там по 10-20, да? Это важно, да? Конечно. Я и штрафные подавал, отрабатывал определенную точку. Подавал. Ставил манекен и в манекен подавал. Сколько примерно раз по стровке вот отрабатывать нужно? Примерно. Ну, не знаю, я с двух ног бил, я по 15 точно передач одел. Ну, не сразу, а в течение 20 минут там. Ты ставишь, спокойно разбегаешь, корректировки делаешь, подаешь. Ну, поэтому и пенальти то же самое. Нельзя, бля, подряд бить. Подряд 20 раз там или 15. Нет, ты должен конкретно там выбрать вот 7 ударов. Тем более еще вратарь берется, который хорошо на пенальти играет. И бьется ему. И ты прибавляешь, он прибавляет. Спасибо, ребята. Если хотите такого подобного больше советов, пишите в комментариях. Обязательно разберем некоторые моменты игровые. 8-й день сборов.